Всем хай, Пандора на связи, и вы, как всегда, ребятки, на моем канале, и в этом видео я стала вот такой вот толстой мамой, и, в общем, у меня тут есть трое детей, и тут Кира, Маша и Марта, получается, две грудные дочки, и Маше, получается, 5 лет. Так, давайте напишем, чтобы девочки сейчас просто брали и игрались, вот у них куча игрушек здесь есть, вот мяч им поставила, короче, ну смотрите, мячик такой нормальненький, быстренький, можно с ним играться. О, ребят, Марта, видимо, вылетела куда-то. Она, наверное, из-за интернета вылетела. Короче, ладно, проехали. Все, девочки пускай играются. У нас, получается, Маша и Кира сейчас есть. Марта, к сожалению, вылетела. Ну, ничего страшного. В общем, девочки, вот Маша, смотрите, в мяч играется. Кира, ну, наверное, что, пошли спать, потому что уже довольно-таки поздно. И мне кажется, уже пора спать. Все, погнали, погнали спать. Маша там тоже давай, там заворачивайся. Сворачивайся уже, мяч слаживай давай на место сюда к игрушкам. И все, и сейчас ложимся спать. Что? Так, ничто, КМ, пошли спать, пошли спать. Так, уже потому что поздно, Маша, тебя это тоже касается. Все, девочки, Маша, там твоя комната сверху, ты знаешь, я тебе уже показывала. А Кира, давай сюда. Так, Маша, Маша, нет, нет, не ты тут. Пошли, пошли, все, Кира, давай, запрыгивай сюда. Запрыгивай в это корыто, все, отличненько, запрыгивай в кроватку. Супер, выключаю тебе свет, все, давай, ложись спать, уже пора спать, потому что утром мы завтра пойдем, скорее всего, гулять, в общем, пойдем в парк, развлекаться, куплю вам, скорее всего, мороженого, еще, может быть, каких-то вкусняшек, вот, в общем, уже посмотрим. Так, давайте проверим, что там делает Маша и спит ли вообще она. Так, Маша, все, ложись спать, давай я тебе выключаю свет. Ну все, давай, доброй ночи, ложись спать, уже пора, хватит уже ходить здесь, уже поздно. Утром завтра будем вставать, мы не будем до часу дня спать и до 12 тоже. Будем вставать утром, в 6 или в 7 утра, в общем, да, у нас такой ранненький подъем будет. Так, ну все, давайте проверим сейчас Киру, что она там, спит или не спит. Так, ну все, Кира спит, так, я не поняла, а что ты плачешь? Ты чё плачешь? Я не поняла, давайте напишем. Не плачь, не плачь, потому что завтра мы пойдем гулять, в общем, будем развлекаться, куплю вам каких-то вкусняшек, в общем, поэтому не плакать ни в коем случае, вы что? Так, Маша, а ты что тут забыла? Маша, что ты тут забыла? А ну быстренько спать. Ты что тут делаешь? Уже поздно. Ты что, ты время вообще видела? А ну быстро спать. Ты что тут стоишь? Так, Маша, я не поняла, ты меня тут не выводи. Я писать хочу. Ну так иди в туалет, ложись спать. Все, что ты меня трогаешь? Иди, я тебе что, запрещаю в туалет ходить или что? Иди, иди, все, и давай по-быстренькому, потому что я тоже сейчас буду ложиться скоро спать. Киру там не буди, пожалуйста, я боюсь. Ну, в смысле ты боишься? Ну, а ты не бойся, не бойся, я не виновата, что ты боишься. Тогда не бойся и иди нормально в туалет и быстренько ложись спать. Если ты сейчас не заснешь, то я тебя... Я не знаю, что я с тобой сделаю. Так, ребят, Кира плачет. Господи, у меня с этими детьми уже, я не знаю, у меня уже голова, ребят, болит. Вообще просто, я не знаю, это очень тяжело. Кира, что ты плачешь? Молока? Нет, какого молока? Так, все, блин, вы меня уже выводите. Хочу, так, хорошо, ну молодец, какого ты хочешь молока? Давай я тебе сейчас в бутылке какого-то тут дам, все, держи вот какое-то левое молоко, пей, все, что-нибудь, и давайте ложитесь спать, пожалуйста, не орите мне тут, не кричите вот это вот, хватит уже тут это вот ныть, понимаете? Та писать хочет, боится, непонятно что вообще, это плачет. Маша, ты что тут опять забыла? Вот скажи, что ты бегаешь? Я не пойму, тебе что, у тебя что, в попе шило или как вообще? А ну-ка быстро спать. Ребят, вы посмотрите, 5 утра, уже 5:30 утра, и они до сих пор не спят. Ну, что это вообще за дела? Это просто капец. Так, ну смотрите, Маша вроде спит отлично. Наконец-то, ребят. 5:30 утра, мы только уснули. Вау, ну ничего, скоро их буду будить. Это не мои проблемы. Так, двери закрыты. Мне показалось, или там кто-то был. Ладно. А, вот, смотрите, кто-то побежал. Не поняла нас, что хотят сейчас ограбить. Не-не-не, мне такое не подходит. Куда он там побежал? Так, Кира спит, вроде все нормально. Так, ребят, я не поняла, меня грабить не надо. Что это вообще за дела такие, а? Так, о, машина какая-то подъехала, не поняла. Что это за пранки вообще, кто это делает? О, поехала машина. Rolls-Royce, ребят, между прочим, на минуточку. Так, а ну-ка, подождите, подождите. Так, нужно как-то забанить этого человека. Я не знаю, получится ли у меня это сделать, но надеюсь, получится. Так, хорошенечко, хорошенечко.
Хорошо, так, давайте мы поставим еду из пропсов на завтрак, как бы, чтобы Маша могла завтракать, в общем, потому что скоро я их буду уже будить, потому что уже 6:30 утра, и я не собираюсь, чтобы они спали до обеда, ребят, это просто ужас. Так, меня этот чел на Rolls-Royce уже, если честно, задолбал. Чуточку тогда, чуть-чуть. Так, ладно, посмотрите, тут ездит. Кто тебе вообще разрешал на мою территорию заезжать? Ну, вообще уже, ребят, наглёшь просто, да. Так, хорошо. Так, включаю везде свет, потому что уже их буду будить. Уже, смотрите, почти 7 утра, все, хватит спать. Это ваша проблема, что вы так поздно легли спать. Так, все, давайте ей сейчас пишем «вставай». Так, все, Маша, давай, встала, молодец. Давай, теперь иди на завтрак, я там поставила коктейли, печенька, в общем, пиццу. Выбирай там, что ты будешь хавать, это уже не важно. В общем, еда есть у тебя там на столе. Маша, что ты ходишь, иди хавай. Так, Кира, давай тоже вставай, доброе утро, пора хавать. И мы скоро уже идем на улицу гулять, в общем, куплю вам. Опа, побежал какой-то, ребят, смотрите, чел. Не, ну капец вообще, жесть. Так, ладно, хорошо, попозже как-нибудь я с ним разберусь, надеюсь. Так, Маша играется. Маша, а ты уже поела? Я не могу понять. Так быстро. Давай, на завтрак иди, что ты не ешь? Иди вот хавай, я тебе вот еду поставила, коктейли, вот печенька, вот пицца есть, поэтому давай, завтракай, и скоро уже пойдем гулять. Маша, вставай уже, хватит играться. Вы посмотрите, только встала уже в игрушки. Вообще жесть, надо покушать, умыться, зубки почистить, а потом уже брать телефоны, играться, в общем, развлекаться и так далее. Так, Кира почему-то у нас тут на полу вообще лежит, непонятно почему. Так, хорошо, Кира, давай тоже, вот, давай на коврике я тебе кидаю, вот, все, давай, хоры ныть. Не ной, пожалуйста, не ной. Так, все, вот, сиди на коврике. Так, меня этот чел реально на Rolls-Royce уже как-то заколебал немного, знаете. Так, а ну-ка, где он? Так, вышел, посмотрите, стоит, втыкает. Может, это подписчик, конечно, хотя нет. Он бы уже тут писал «Пандора, можно фото» и так далее. Нет, это точно не подписчик, это просто кто-то меня, ребят, пранкует, походу. Так, а ну-ка, как бы тебя где-то взять, знаете, чтобы ник его схватить и чтобы я могла его забанить как-то. Ну, посмотрите, просто машина перегородил выход, вход в дом. Ну, ребят, это капец просто. Как мы будем выходить с детьми вообще, ну, с колясками, с тележками, в общем, это жесть же будет просто. Посмотрите, машина перегородила нам выход. Так, вы смотрите, как я киданула ее, капец. Все, ребята, я с ним уже разобралась. Машина, правда, ребят, осталась. Ну, ничего, я не знаю, я такая толстая сегодня в этом видео, поэтому я как-то с легкостью эту машину откинула. Я прям сама в шоке, ребят. Так, он пишет, ребят, в чате, видели? Ладно, не получилось. Меня хотели ограбить, ребята, капец. Но мы себя спасли. Так, давайте я Кире поставлю какую-то еду. Вот какая-то тут каша или что это, хлопья. Короче, не пойми что, куда я сел. Так, давайте вот какую-то кашу непонятную давайте поставим. Так, а я не пойму, на столик нельзя сюда поставить, что ли? Так, ребят, каша не ставится на столик. Я нажимаю, оно не ставится. Ну ладно, значит, я поставлю тебе кашу вот сюда. Все, сиди, хавай. Так, но машина все равно, ребят, если честно, меня напрягает это. Ну ладно, хорошо. Но вы сильная женщина, раз смогли вытолкнуть машину. Вот этот чел, который хотел меня ограбить, он это написал, капец. Не, ну да, я, конечно, прям по-жесткому вытолкнула, ребят, машину, когда открывала двери. Я, если честно, сама в шоке. Так, ладно, хорошо. Ну что, пошли гулять? Вы поели уже, я надеюсь? Кира там тоже поела, да? Я надеюсь, вы уже поели, наелись и не будете мне в парке ныть, что вы хотите хавать. Да, ну все, хорошо. Тогда давайте я возьму вот эту вот тележку, да? Вы сюда вдвоем сядете, и я вас повезу, получается, в парк. Поэтому давайте запрыгивайте сюда. И мы сейчас вместе с вами поедем в парк. Кстати, ребят, если вы еще не поставили лайк на это видео, то обязательно ставьте. Мне будет очень-очень приятно. Так, ну что, давайте открываем двери, выходим отсюда. Ну, машина, согласитесь, реально мешает. Вот даже сейчас ее нужно обходить. Это не очень удобно. Так, хорошо, давайте я, наверное, возьму гироскутер, гироборд, потому что мы так будем идти до парка очень долго. Поэтому сейчас мы вот так вот с легкостью, видите, вот так вот быстренько доедем. Посмотрите, как мы мчимся просто со скоростью света, ребятки. Скорость, между прочим, 45, поэтому, да, на минуточку мы очень быстро сейчас доедем. Вот, кстати, смотрите, мы уже у фонтана, ребятки, прошли. Ну, секунд 5, ребят, согласитесь, это очень быстро. Все, смотрите, мы на площадке, тут бассейн, ну, для Маши бассейн подойдет, а для Киры нет, понятное дело. В общем, давайте, куда Кира полезла? Нет, Кира, куда ты полезла? Ребята, алло, ты куда, Кира? Кира, нет, мне такое не подходит, а ну быстро сюда.
А ну быстро сюда. Маше можно скатываться, но тебе точно нет. Ты вообще-то маленькая еще. Не-не-не, все. А ну-ка быстренько ко мне. Ты посмотри на нее, ребятки. Погнала она, погнала, как бы так быстро. Я даже не заметила, она сразу же начала подниматься, ребят. Капец. Вот Маше можно, смотрите. Потому что ей 5 лет уже, а вот этой мелочи пузатой, ребят, нельзя еще в бассейне купаться. Она еще слишком мелкая для своего возраста. Фух, ребят, капец, я уже с ними, если честно, устала. Это просто жесть какая-то. Ладно, потом еще в магазин с ними сходим, давайте. Куплю Маше мороженого. Кире, понятное дело, скорее всего, не куплю, потому что она мелкая. Может быть, куплю и батончик. Хотя для батончика она тоже мелкая. Короче, посмотрю, куплю какого-то молока. В общем, она же маленькая, она недавно родилась, типа, да? Поэтому, в общем, да. Ну все, пошлите, наверное, в магазин. Я думаю, вы уже нагулялись, да? Так, ну давайте у них сейчас спросим, нагулялись они или нет. Ну что, Маша, вы нагулялись, я надеюсь, давайте, пошлите в магазин, давайте, погуляли, я написала им, все, и давайте, погнали в магазин, а потом уже домой, потому что я, если честно, уже с вами устала, и я как-то вообще, ребят, не спала из-за них, потому что они не спали очень долго, это просто какой-то капец. Так, все, погнали в магазин. Так, Маша, я надеюсь, ты там идешь, давай, быстрее дорогу переходи, потому что тут машины могут ездить. Так, все, Кира, давай, я тебе сбрасываю, вот, беру вас в тележку, а хотя, стоп, я же холодильники не открою. Хорошо, давайте, все, я беру вам мороженое, и все, больше в магазине брать ничего не буду. Так, давайте, сейчас я карточку достану, подождите, нужно же оплатить потом это мороженое. Так, все, Маша, я тебе взяла мороженое, поэтому сейчас давайте идем на кассу. Давайте, вот я оплачиваю сейчас, прямо сейчас. Так, отличненько, я оплатила уже. Давайте, выходим. Выходим, так, Маша, держи твое мороженое. Кира, там быстрее иди, пожалуйста. Сейчас я вас буду садить в тележку, и мы поедем уже домой. Так, Маша, вот, держи твое мороженое. Все, приятного аппетита, хавай. Так, Кира, тебе я ничего не брала, потому что ты маленькая. Потом поешь дома молока. Так, здравствуйте, молодой человек. Так, ну все, поехали домой. Давайте тоже на гироскутере быстренько вот так вот. Мы, конечно, могли телепортироваться, но я этого делать не буду, потому что мне кажется, так прикольнее. Кстати, мне пришло какое-то письмо. Вот, посмотрите, оно сверху в правом верхнем углу висит. И меня тут, короче, приглашают в какой-то магазин пиццы, типа... Ладно, хорошо, не будем туда идти. Может быть, завтра сходим. Короче, уже посмотрим, ребят. Так, кстати, вы заметили, машина-то убралась. Вообще просто замечательно. Так, все, смотрите, дети дома, отличненько. Закрываю дома, то знаете, они такие противные, что они могут и убежать. От них можно ожидать все, что хочешь. Так, ну все, что вы хотите? Может быть, хотите поиграться, может, хотите посмотреть телевизор, может, хотите в мелкое вот то джакузи пойти, или же просто в доме у нас на площадке там поиграться. Может, я вам песочницу могу сейчас поставить. Мультики хотите? Ну, хорошо, но можете, хотите поиграть вместе, если хотите. Но раз хотите мультики, то давайте я вам так уж и быть включу. Вы как раз давно не смотрели телевизор, поэтому я сейчас вам его включу. Давайте я вам найду какой-то канал. Ну вот, смотрите, давайте, оставляю вот этот канал с мультиками. Отлично, все, давайте, наслаждайтесь, а я пойду в спортзал. Будем худеть, ребята. Вообще обожаю, конечно, этот скин. Он такой смешной, просто капец какой-то. Так, все, давайте пресс покачаем обязательно. Так, ну все, дети там, короче, ребята отдыхают. В общем, всем спасибо большое, кто досмотрел это видео до конца. Мне и правда очень-очень приятно. И всем пока-пока!